Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп под компанией OLED, серия X на цоколь HIR2, артикул комплекта XHIR2C08. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию их. Внутри у нас находится подробная инструкция по установке с характеристиками. Шестигранник и две светодиодные лампы. Мощность ламп составляет 35 Вт. Лампы полностью металлические, имеют две системы охлаждения, активную и пассивную. Активная — это встроенный кулер, пассивная — это радиатор и то, что сама лампа полностью металлическая. Все тепло, которое выдают светодиоды, распространяется по всей плоскости лампы, не давая ей перегреваться. Подключаются на питание 12 вольт лампы. На проводе подключения имеется небольшой драйвер. Ну и стандартный разъем для подключения питания. На каждой лампе используется по 6 светодиодов мощных. Вторая лампа абсолютно идентична. Сейчас мы одну из ламп подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как они будут отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа загорается, отсвечивает очень и очень ярко. Мощность светового потока заявлена 5000 люмен, как заявляет производитель. Цветовая температура 6000 кельвинов. Как мы видим, чисто белый световой поток. Отсвечивают очень ярко данные лампы, поэтому обязательно после установки любого комплекта светодиодных ламп или ксеноновых нужно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.